Абоненты мобильного оператора «Феникс» теперь могут звонить в Россию по минимальному тарифу. О том, как подключиться к данной услуге, рассказала начальник сектора обслуживания абонентов. Клиенты к нам приезжают сюда непосредственно в офис. Пока что на сегодняшний день здесь у нас в офисе с паспортом и справочкой о присвоении идентификационного номера. Оформляют у нас заявление, вносят аванс любую сумму, которую они считают нужную внести. В дальнейшем планируется эта услуга во всех отделениях почты Донбасса, а также прием платежей. Ну и дальнейшее развитие, как говорится, все лучше, лучше и лучше, скажем так. То есть заявление, паспорт и идентификационный номер, и сумма, которая нужна на аванс. Все, и в течение дня мы открываем. Стартовые пакеты республиканского мобильного оператора поступили в продажу в конце июля текущего года. Республиканский мобильный оператор «Феникс» на данный момент работает в тестовом режиме. Марина Еремченко, Станислав Мухин, специально для «Новороссия ТВ».